17-летняя Алина Загитова продемонстрировала элементы парного катания. Олимпийскую чемпионку поддержал 35-летний чешский фигурист Ондржей Гатарик. В среду, 25 декабря, в столичном дворце «Мегаспорт» состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Особое внимание поклонников фигурного катания вызывает Алина Загитова, которая стала главной героиней этого мюзикла. Это будет дебют спортсменки в качестве участницы шоу. Сегодня Навка показала, как тренируется любимица публики. Пару ей составил фигурист, ранее представлявший в одиночном катании Чехию. Ондржей Гатарик с разными партнершами 7 раз выигрывал чемпионат Италии. На опубликованном женой Дмитрия Пескова ролике видно, как Гатарик подхватывает Загитову и поднимает ее над собой. Затем фигуристка садится на вытянутую руку партнера. Алина разводит руки в стороны и открыто улыбается. Покоряем новые вершины с Алиной Загитовой. Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту. И поверьте, это очень страшно. Волшебство на льду только начинается. Написала Навка. Поклонники фигурного катания восторженно отнеслись к стремлению олимпийской чемпионки 2018 стать звездой шоу. Новые ощущения, это здорово. Алина может все. Невероятное. Но какая же она красивая. Профессионал, очень талантливая спортсменка. Мы видим, что Алине очень нравится, но в то же время очень страшно. Но она сильная девушка с характером, поэтому покоряет новые и новые вершины, написали фолловеры. 9 дней назад Алина Загитова сообщила о приостановке своей спортивной карьеры. Это спровоцировало громкий скандал. Команда Тутберидзе обвинила Тарасову и Плющенко. На их заявление резко ответил муж Яны Рудковской.